Что ты сказал? Пехотинцев делай. Ну, я пошел. Добро пожаловать в нашу деревню. Кузницу надо сделать. Ну, кузница нужна... Ой, что-то я спрятался. Кузница нужна, чтобы на них грейды делать. Скоро, кстати, атака на нас будет, а у нас нифига не готово. Ого, у меня детей. Хорошо. А чё тут за это? От самах. А чё, на нас с двух сторон нападать будут, что ли? Я не понял. Лол. Так, что мне надо построить? Тебе нужна моя помощь? Чтобы это нужно было приходиться в кузницу, да? Ну, ты вообще просто мана должна накопиться у мужиков. Уже этот должен оставлять мужиков? Неплохая мужика. Не, у меня кузница требуется. А, требуется, ну строй. Вообще через 2 минуты нас нападут, и причем походу нападут с двух сторон, блин. Или нет? Нет, справа, наверное, нападают. Вот где-то вот здесь, скорее всего, нападение на нас будет, правильно? Пацаны, поправьте, если я не прав. Чем я могу помочь? Так, можно пока родить последний раз. И не пройти. Что нового? Чё? Да, господин. Не хорошо. Пройти. Куда тебе надо пройти? Готово. Ну откуда нападать? Добро пожаловать в нашу деревню. Так, все, вот укрытие есть. Прятать женщин постройка тут. Постройка завершена. Так, во, повышение силы атаки и меткости лучницы стрелков. Зашибись. Не так быстро, котик. Так. Слишком все, у меня просто. Куча лучниц. Пошли уже. Приказ, нормально. Не проблема. Слишком просто. Не проблема. Ну что, стоим здесь, готовимся хорошо. Отражать. Я надеюсь, что нас с одной стороны пойдут, а не с двух. Потому что если с двух, то писец. Завершено. Хотя, наверное, с двух. Фиг знает. Получается, мы строимся в отстойном месте, куда две дорожки. В чем проблема? Ой, детей я нарожал. Ты следи за лимитом. Если у тебя мало лимита будет, то будет это. Исследование завершено. Ну, начнут все ХП терять. Не хватает дерева. А как лимит увеличить? Ну, лимит увеличить, дома строить. А чтобы ХП не теряли, надо это... Хорошо. Надо ферму грейдить. То есть вот у тебя все хорошо, когда у тебя есть еда. Если у тебя, чтобы была еда, грейдить. Надо грейдить ферму. Тебе нужна моя помощь? Так, дом, да? Не надо. Проблема. Ваш ход слишком. Ого, у меня лучниц. Мой лук хорошо. Всегда со мной. Дом, чтобы больше юнитов строить, а... Блин, как-то твои а стоят вообще не в тему. Приветствую вас, ваше высочество. Да, господин. Гад, хорошо. Так, надо понять, откуда нас нападают. Начать строить бы чего? Стены. А, надо сильного рабочего откуда-то построить, я не помню. Так, ну что твои футмены не танкуют-то, ни черта? Не проблема. А где они вообще? Всегда со мной. Укажите мне путь. Ну, вообще-то вот. Хорошо. Слишком просто. Хорошо. Не проблема. Жду и целителей строй. Еще и целителей? Да. Не проблема. Не мог раньше сказать, но ваше. Слишком просто. А, ну все, нас только с одной стороны идут, зашибись. Слишком я отконтролил, просто. Короче. Добро пожаловать в нашу деревню. Ну, давайте рубить. Да, господин. Да, хорошо. Не так, так, ну что, бабоньки, рожаем. У нас тут росомаха рядом. Я, по-моему, в прошлый раз как раз с росомахой строился рядом. Так, ну что, делаем ферму. Так, где-то есть сильный рабочий. Только где? А что им надо делать? Ну, где-то в каком-то здании можно построить сильного рабочего. Видимо, в доме волшебников. И с сильным рабочим уже, ну, можно стены строить. Так, все, дом воина сейчас. Причем воина через и краткое там было написано.
Чего хочешь, зайка? Постройка, ну, если завершена. Ты настаиваешь... Так, сколько нам целителей? Чего? Сколько целителей? Чем я могу помочь? А целители вообще твои хиляют? Это вроде мои хиляют. Не знаю, тебе друиду надо одного, он с криком. Да, ой, еще друид, слушай, как все сложно. Ну а фиг ли ты хочешь, Лул, Андрей? Ну, это тебе не патиссоны с кабачками путать? Не хватает. Можно я буду путать? Патиссоны с кабачками. А, кстати, периодически надо своих юнитов улучшать. То есть, когда у них манна накопится... Мой лук всегда со мной. Ваш ход. Когда у них накопится манна, их надо улучшать. А, целительниц ты строишь. А, ну ладно, строй. Ты сказал мне построить целительниц. Нет, там есть просто еще что-то типа целителя. Мужика. А бабу куда мне деть? Ну, бабу пусть хиляют. Не, все правильно, ничего. Я просто хотел сам построить, но если твои уже есть, я могу не строить. Ты это, что ты обычных крестьян сюда повел? Они станут, чтобы стали мужчинами? Чего хочешь, зайка? Давайте еще родим. Это андреевские уже женщины, надо с ними не путаться. Сплетнями обмениваться с андреевскими женщинами. Блин, а где же строится сильный рабочий? Напишите кто-нибудь в чате игровом, пожалуйста, где строится сильный рабочий. Хорошо. А, во, обучение крестьянина, инженер, маг-ученик. О, друид. Отлично, все, у меня теперь друид есть. Чего? Угу. Хорошо. Нас напали. Пещера шахтера. Угу. Вадим, на нас напали. Да пофиг. Ну ты отведи чуть своих футманов. Где мы целители? Целительниц ставь на автохил, естественно. Город наших союзников посадит. Естественно, Андрей. Своих отводи, пацанов. Щиты изучи, чтобы укрыться за щитами изучи. Чего хочешь, зайка? Ого, что-то у меня еды мало стало. Резко грейдить ферму. Не хватает дерева. Но их убивает. Хорошо. Так, можно, короче, своих крестьян превратить в шахтеров. Хорошо. Опять работа. Да, господин. И шахтеры могут долбить камень. Не знаю зачем, но могут. Исследование завершено. Так, еще... Исследование завершено. Вам меня не жалко? Да, инженер это есть тут сильный, да, я чего? Понял, спасибо. Хорошо. Так, можно построить зал подготовки. О, нифига он дорогой. Так, ну что, давайте здесь пока отбиваемся, ну, изи, а потом я построю здесь стены, за которыми мы будем прятаться. Так, что, мы там ход. Не готовы пока расти над собой? Жду приказа. О, я камень добываю. Непонятно, зачем он мне нужен. И может, это не камень? Угу. Хорошо. Так, будем добывать камень. Добро пожаловать. Что нужно? Приветствую вас. Что нужно? Так, мужики, давайте. Готово. А, вот, а вы в друида сразу можете, нифига. Давайте, в крестьян. Опять отведи своих теток, которые будут ищи. Ну, я пошел. Где? Тебе нужна моя время? Да. Чем я могу помочь? Так, обязательно нужно грейд на ферму, а то у меня еда убывает. Ты тоже укажите мне следи путь. За этим делом. Ваш ход. Да, скажу. Блин, ты, у тебя футы убежали вперед. Надо было наоборот, чтобы ты делал. Хорошо. Жду приказа. Город наших союзников посадят. На нас напали. Тебе нужна моя путь? В чем проблема? Да фиг с ним, еще нарожаем. Укажите мне путь. Проблемы, что ли? Ой-ой, лучница, лучница, нет. Ваш ход. Город наших союзников посадят. Так, не, ребят, мы совсем не хотели кушать. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Исследование завершено. Укажи. Друид? Не, пока еще не можешь стать сильным друидом. Чё-то ты всех футов слил. Чё ты не сказал, что это совсем сложная карта? Да. Так, сейчас, короче, это, отводим всех вниз, я начинаю строить ворота. Ваш ход. А чё, ворота открываются? Открыть ворота. О, круто. Да, так, господи. Не мешай только мне это, строить ворота. Сейчас дай.
А, кстати, бродягу можно воином сделать. Где бродяга? Бродягу можно сделать воином. Так. Жду приказа. А где мой строитель? Готово. Опять работает. Ворота, стена по горизонтали. Здесь нельзя строить. Ваш лучница мешает. Да. Мой лук всегда. Лол, у меня лучница, жду, короче, приказа. Зависла в текстурах. Бью без промаха. Блин, а как ее убить? Да, офигеть. Здесь нельзя строить. У меня лучница зависла в этой, в воротах. Ну, я пошел. Хорошо. Ваш ход слишком простым. Блин, сейчас эти враги пойдут, а у меня стена строится в процессе. Так, есть магазин какой-то. Черт, если я сейчас апгрейд сделаю, то будет не очень. Тени лучницы. Ну, убейте эту лучницу, пацаны. Я готов. Все, я стал сильным медведем. Теперь могу крикнуть. Прикольно. Фига, они ворота ломают. Изверги. Твои футмены пройти не могут. Жду приказ, мой лук всегда со мной. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Ни слова больше. Не проблема. Мы убили квалифицированного рабочего. Осаждают враги. Угу. Хорошо. Уже лечу. Это нормально. Надо начинать. Сейчас. Друг, ну что у них там за лучница? Что так лагает? Не знаю, ну лагает жестко. Укажите мне путь. Ваш ход? Нет, лучница, живи. Надо это. Сделать грейд на ХП лучницам. Пробивает чуть жестко. Отлично. У нас мало времени. Так, где рабочий? Чего хочешь, зайка? Мой лук всегда со мной. Ну, где рабочий-то? Все, блин, грейд на ферму больше нельзя. О, мой бродяга он. Будет исполнено. Бродяга тащит со специальными способностями. Как прикажете. Так, где мой инженер? Здрасте. Инженера мне запилите, я не понял. Ну ладно, давайте его сделаем. Ну, я пошел. Здесь нельзя строить. Здесь нельзя строить. Хорошо. Истина. Ну, я пошел. О, зашибись. Есть, правда, небольшая дырочка. Блин, опять враги идут, да? Как-то я стены поздно строю. Когда начинать? Укажи путь. Друид, давай. Собрать я в бой. Исследование завершено. Нормально. Довольно узкий проход. Бродяга тут впереди мой. Опять работа. Здесь нельзя строить. Хорошо. Так, а где рабочий-то? А, ладно, нужно подготовки строить. Андрей, у тебя еда кончилась. ХП начинает уходить. Наших союзников посадят. Будет исполнено. Чего? Так, а ты можешь, интересно, хорошо, починить вот это? Так, надо построить. Ой-ой-ой-ой. Вернуться к работе. Опять работа. Так, надо построить кузницу. Хорошо. Андрей, у тебя начинают дохнуть рабочие. Ты должен убить кого-то. В смысле? Где я дохну? Ну у тебя ХП, вон, смотри, как уходит. В чем проблема? А есть какое-то здание, которое этот ХП регенерирует. А у меня 1000 еды, куда еще больше еды? Чего хочешь? А что они дохнут-то начинают? Готово. Я так не знаю. И как? Я не могу ферму еще проводить. Укажите мне пути, проблема. Ну, значит, ГГ. Все сдохнут. Со мной. О чем вы бросите меня? Так. Да. Ну что, чувак, иди. Хорошо. Так, что за зал подготовки? Скорее, это обучение юнитов. Скорее, не регенерации маны. Готово. Зашибись. Так, и прятаться за щитом изучаем. Так, целительница. Вы будете лечить тут рабочих.
Прятаться за щитом. Так, надо несколько целителей. Чем я могу? Ладно, видим, иди сюда. Ну, если ты настаиваешь. А где мои друиды? Друиды, вот. Не хватает маны. Не буди. Тут дерево еще не может стать. Друид, дерево может, по-моему, деревья расти. Так, о, одна секунда. Ты футменов чуть сверху отведи. Одна секунда до начала войны, волны, точнее, самое время начать строить стену. А, церковь, церковь, вон регенит всех. Хорошо. Пойду тебе тоже церковь построю. Ты какой-то неприкаянный ходишь. Здесь нельзя строить. Исследование завершено. У нас мало времени. Уже вроде более-менее. Покажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Внемлю ваши слова. Бродяга наш впереди. Ты можешь своего рабочего тоже этот переквалифицировать. Ну, главного первого переквалифицировать в воина и идти танковать. Проси, о чем хочешь. Рассказывай. Город наших союзников посадит. О чем хочешь. Не буди его мне, зверя. У нас мало времени. Мое сердце жаждет. Ну, вроде более-менее иди. Только лагает, конечно. Да жесть как лагает. Все, отводим более-менее всех вниз. Его мне, зверя. Я построю ворота нормальные. Так, а что здесь все сидят-то, лол? Готово. Работайте давайте. Так, церковь чем? Построил. Угу. Построим здесь стену. Хорошо. Построим еще одну стену. Хорошо. И еще одну стену. Зашибись. Так, 1200 еды есть. Котик. Можно родить. Наверное, это мало лимита уже. Лучницам делаем грейд. Жду приказа. О, прикольно. Массово лучница у меня становится мощнее. Хорошо. Укажите мне путь. Готово. Воительница и луны. Жду приказа. Ну что же, у меня целый пак воительниц и луны. Ой, чувак, ты не можешь пройти, что ли? Эх, открывай ворота. Давайте построим еще одни ворота. Ну, я пошел. Вообще здесь слишком дешевые стены, получается, их надо строить в космических масштабах. Ну, я пошел. Двойные ворота. Ну, двойная стена у нас будет. Исследование завершено. Готово. Так, как-то, кстати, создать слиток бронзы. Ой, а бронзу научился делать, зашибись. Скелет. Ой, чувак, беги. Хорошо. Беги, беги. Ай, ворота закрыты. Хорошо. Открываем ворота. Выпускаем чувака. Чувак, беги. Чувак, вот так надо. О, это застрял в текстурах опять. Укажите мне путь. Ни слова. Офигеть, что-то к нам никто не пришел. А хорошо. Где все враги? Ваш ход. На нас напали. Ой-ой, пацаны, вы чё? Не проблема. Хорошо. А почему отсюда они поперли? Да лол, лучницы. Чё творится вообще? Жду приказа. Ни слова. Почему здесь стоит один чертов лучник? Куда все поперли? Слишком просто. Ой-ой. Мой лук всегда скрыт. Город наших союзников посадит. На Самаха бродяга умер. А где его? Ёпрста, они слева поперли. У нас. Блин, мы типа слишком много стен построили. Вот это поворот. Чем я могу помочь? А, неплохая мысль. Ну, что такое? Ты ничего. А что здесь этот камень не добываешь? Да, господин. Да. Да места там нету. А зачем мне камень? Ну это на самом деле железо и олово вроде как. Блин, мы сейчас сольем что ли получается? Ёпрста, здесь разрушь свою кузницу, а пройти нельзя, Андрюша, блин. Не так быстро. Котик. Так поверху можно пройти. А чё никто не идет тогда? Там твои женщины блочат проход. Мы сейчас сольем. И твои тоже женщины. В чем проблема? Моих женщин тут три штуки всего. Чем столько целительниц? Ну, вылечу кого-нибудь. Кто выживет, того вылечу. Все, у меня друид дерево. На нас напали. Мне неведом страх. Так, что, надо здесь ворота сломать, что ли? Укажите мне путь. А как сломать ворота? Город наших союзников нос.
Блин, а как снести чудо? Не, ну можно здесь, в принципе, остаться. Так, пойду найти жену. Ух ты. Бродяга ищет жену. Ну-ка. Таинство брака сейчас мы познаем. Че, нашел жену? Ого, наш реально родил жену. Из ребра создали, лол. Что-то я не понял, а где сейчас враги? Откуда пойдут? Почему они пошли с другой стороны? Из-за того, что я слишком много ворот построил или что? Внемлю вашим словам. Так, пойду кольцами затарюсь. Вон идут супостаты. О, друид дерево, прикольный, конечно, 800 хп. На нас напали. Город наших союзников. Так, где мы, бродяг? Тут с другой стороны тоже поперли. Он блин, тут бродяга жене изменяет с кучей женщин. Почту за честь. Не буди его мне, зверь. Идите, убивайте его. Мое сердце жаждет. Черт, оружейную сломали, пока я там тупил. Чего? Что-то я все сломал своим бараком, короче. Ну, я пошел. Опять работа. О чем вы бросите меня? Во имя света. Че, вы там дефаете слева? Мне неведом страх. Да, ну да. Почему они перестали идти через главный проход? О, я снес, короче, ворота. Только если они теперь там пойдут, плохо будет все. Почему? А чем вы бросите? А чем мы отбивать будем? Мы нормально, как мы. Ты грейдишь своих юнитов, да? Да. Тебе нужна моя помощь? Жду приказа. Быстро, котик. Так, ну-ка. Настаиваешь? Можно сделать еще какой-нибудь грейд? О, тренировка меткости, еще один. Грейд, зашибись. Опять работа. Да. Хорошо. Так. Угу. Друид, кстати, может вырастить деревья. Это будет прикольно. Так. Меня буди. Где, интересно, враги сейчас пойдут? Где мой бродяга? Бродяга. Бродяга жену пошел новую искать, походу. Как так. Кольца. Кольца. Город наших союзников. Нас напали. Исследование завершено. Ого, меня друиды убили. Ой, лол. Как прикажете. Почту за честь. Бродяга, будет вперед. У меня этого убили. Тут что-то у вас такие бродяги слабые. А на вас слева тоже сейчас нападают, да? Нет. Не так быстро, котик. Блин, пипец, а чё мне никто не помогает? Я сейчас сдохну тут. А где все кольца? Тебя убили все? Ну, в смысле этого бродяга. Чем я могу помочь? Ты тоже. Черт. Вопрос времени. Эти стены только мешаются. Да я понял, сейчас я их несу нафиг. Укрепит вашу веру. Некроманты ушли, короче. Не понравилось мне здесь. Мой лук всегда со мной. Слишком просто. Жду приказа. Ваш ход. Так, что, бродяга воскресился, зашибись. Блин, я колец накупил. О чем вы бросите меня? Внемлю вашим словам. Повышает силу на 10. Так, повышает ловкость на 10, повышает разум на 10. Ну, разум на 10 не надо повышать, предположим. Железа больше нет. Это бронзу я создал. Черт. Мне неведом страх. О чем вы бросите меня? Как прикажете? Так. Почту за честь. 11-я волна. На подходе. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Ни слова больше. У меня куча новичков. Жду приказа. Не хватает футменов. Не вот здесь вот. Слова. Они сейчас по главному проходу, скорее всего, пойдут. Черт. На нас напали. В чем проблема? Жена. Не буди его мне, зверь. Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете. Ну все, я сломал стены, теперь все идут с одного прохода, это зашибись. На нас напали. Да, господин. Пацаны, может это будем рубить? Ну, кроме кролика, кролик-то ты.
Давай сюда там. Чего? Хорошо. Зачем ходить далеко, если вот тут деревья наплодили? Внемлю вашим словам. Вадим, помочь? Слушай, я не знаю, я... помоги мне, объясни, что за фигня происходит. Приветствую вас. Так, мужики. Давайте двух этих построим, магов. Поторопись. Все, что смогу. Отлично. Мой лук всегда со мной. Не проблема. Я теряю терпение. Ваш ход. Мой лук всегда со мной. Ваш ход. Жду приказа. Элитная лучница. Так. О, 1200. Можно этот грейд сделать? Так я не понял, а чё здесь никто не дефает особо? Мне неведом страх. В чем дело? Где здесь? Блин, мне снова надо плодить людей. У меня женщины все... Чё у тебя женщина такого количества стоит-то? Ну, я не знаю, я пытаюсь мужиков родить. Так ты лучниц делай, лучниц там чё-нибудь фигач, короче, ну не просто женщин. Ну, давай ведьм. Тебе нужна моя помощь? Ну, если ты настаиваешь. Чё-то бродяга чей-то там впереди дикая. Не буди во мне зверя. Исследование завершено. Уже в пути. Внемлю вашим словам. Укажите мне путь. Мое сердце жаждет битвы. Мой лук всегда со мной. Город наших союзников посадит. Бродяга терпит тут. Мое сердце жаждет битвы. Ой-ой. Как прикажете? Почту за час. Ой-ой. Я теряю терпение. Я тоже теряю терпение, чувак, я полностью солидарен. Ой, беги, 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 бродяжка. Будет исполнено. Офигеть, мой бродяга тут танковал. Нет, дерево, 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 я тебя растил 200 лет. Ну беги ж ты, дерево тупое, ну. Да, дерево, конечно. Город наших союзников в осаде. Че, Росомаху убили, что ли? Так может бродяг просто убили. Так а, не знаю, что так просто прям написали, как будто ГГ. Укажите мне путь. Так, мне нужны женщины-целительницы. Где тут дети? Хочешь, женщина, ты нифига что-то не рожаешь. Андрей, тут у тебя вот деревья хорошо. Просто так стоят. Ты контроль был бы. А что ими делать? Я пошел. Хорошо. Пользу приноси. Какую? Стратегическую. Хорошо. А конкретней? Ну, блин, в драку. Ну, но они мне сажают деревья. Ну и что? Одну. Они не боевые. Выбирай сумму. Создание библиотеки с магическими книгами. Ух ты, это круто. Что за магические книги, интересно. Можно, кстати, драконью кожу. Увеличение урона магам, ведьмам и друидам. Ну я с вами лучницам, конечно, нормально нафига. Так, давай рожай, рожай, рожай. О, двойня. У меня началось с двойни мальчиков. Чего? Так, что, да. тебя не пускают рубить, что ли? Прощайте, да, господин. Лол, вот это стой. Угу. Ну, я пошел. Бедные шахтеры. Ваш ход. Так, лучница назад. Город наших союзников посадит. Кричи. Начинать? Бродяга вперед. Ого, там големы всякие. Ой, бродяга, ладно, начинаем уходить, бродяга. Я чувствую, это очень эффективная тема. То есть его начали бить, и его сейчас будут бить вообще все время. Исследование завершено. Где твой бродяга, кстати? Че он не воюет? Он умер. Так воскреси его. Воскрешаю. Ой, лучница. Укажите мне путь. Жалко, лучницу. Город наших союзников в осаде. Так че, женщина? Тебе нужна. Будем рожать вообще, не? Чего хочешь, зайка? Чего не рожается? Ну, лагает. С едой какие-то проблемы. Ого. Мое сердце жаждет битвы. У тебя целительница такая высокая. Не так быстро. Чем котик? Я могу помочь?
У тебя женщин, конечно, писец. Ты бы пользу какую-то им приносил. Купи кольца бродягой своим, кстати. Зачем? У меня нет ничего. Как железо, интересно, добыть? Построй рынок, может, ого, там можно будет менять. Придется, да, господи. Да. Надо опять попробовать, кстати. Так, рынок. Ого. Так, а что за книги теперь тут можно покупать? Укрытие. Не, а прикольно, с одной стеной играть или даже с двумя стенами, наверное, лучше. У нас мало времени. Исследование завершено. Готово. Так, с бабоньки. Хочешь, как тебя зовут? Давай, целительница, становись. Это дело, ваш ход. Жду приказа. Слишком просто. Где мой? О, мой чел тут вообще тащит. Что-то это, Андрей, у тебя тут куча целительниц. Они не воюют. Где? Я поблинкал. А. Мое сердце. Ну, они там это учатся. Так быстро, котик. Ни слова больше. Чем оп. Проблема. Опыта передали. Что-то как-то слабо передали опыта. Передано 290 опыта. А чё я даже не могу так этот? Быстро, котик. Какой-то опыт ваш неценный. Добро пожаловать в нашу деревню. Так, мужики. Отлично. Мудрость предков. Так, 1200. Оп. Ну что, сделаем еще грейд на защиту лучницам. Внемлю вашим словам. Халявный хил. Чего хочешь, зайка? Ты, женщина, можешь родить что-нибудь, в принципе? Чем я могу помочь? Тоже можешь родить. Приветствую вас, ваше высочество. Дрит все себе дерево выращивает. Главное, деревья, чтобы росли, да, я так понял? Тебе нужна моя помощь? Ну, я добываю дерево. А зачем дерево тебе уже? Ну, у меня еды не хватает. Я меняю дерево на еду. А, кстати, лол. Хорошая идея. Да, хорошо. Так и живем. Опять работа. Так, а где рынок? Я где-то рынок строил. Только там все меньше и меньше еды дают. Ого, я себе еды накупил. Все, уже 20 за 29 меняется. Чем могу помочь? Ну что, у меня лучницы вообще, конечно, огрыженные. Скелет воин, серый паук. Да. Вроде держим. Союзников. Ой, чувак, беги. Нет, он стал умнее, стал лучше, но погиб. Мой лук, к сожалению. Так, дерево, кричи. Кричи, дерево. А чем вы против? Что же самаховский рабочий работник дохнет. Укажите мне путь. Чего хочешь, зайка? Мне неведом страх. Ну же. Живи, бродяга. И бродяга у меня нормально танкует, надо сказать. Куча колец. Он молодец. Нет, бродяга. Черт. На нас напали. Серый паук торжествует. Нифига, бродяга быстро воскрешается. ОП какой-то. Наших союзников в посаде. Будет исполнен. Жду приказа. Как прикажете. Так, ну разум мне не нужен. Лучше дайте слова. Силу. Церковь покажите тут строится. Путь. Так, ну что, милишников вообще не хватает, Андрей. Милишников не хватает? Да. Добро пожаловать в нашу деревню. Я бы их делал, но просто у меня же грейдов ни черта нет. Или у тебя тоже ни черта нет грейдов? Тоже ни черта нет. А что ты не делаешь грейдов? Но у меня еды нету.
Ой, ну ты какой-то этот, я не знаю, иди на паперти постой. Вообще проблемы с едой. Впереди твои дохлые юниты. Так женщин, иди отдай. Нафиг тебе лишние женщины. Отдай женщин, которые стоят просто так, юнитам. Чего? Угу. Да, господин. Где мой бродяга? Мое сердце жаждет бродяга. Битвы. Так, ему нужна личная целительница. В чем проблема? Блин, мы зря вышли за ворота. Ну, точнее, ты вышел за ворота. В итоге эта стенка против нас действует, а не за нас. Но если бы можно было оперативно свести их. Надо было до начала. Да у тебя целительница танкует. У нас вообще танков нету, Андрей. Ну, сделай. Я не грейды вообще не делал. Ты делал хоть один грейд на танк? Один делал. У меня есть эти. Тебе нужна моя помощь? Мне неведом страх. Ну, друиды фигня. Ну, в смысле, они для танкинга так себе. Мое сердце жаждет битвы. Чего хочешь, зай? Город наших союзников посадят. Такие лаги вообще пьют. Да, мы не можем напасть на нежить сами и убить нежить. И выиграть. Не знаю, видимо, нет. Так, все, отходим за ворота. Всеми юнитами за ворота. За стену. Отдай своих женщин. У тебя освободится лимит. Построй мужиков. Не хватает маны. Просто, блин, у меня грейдов на лучниц 5-4. Сейчас пятый грейд делает. Не так быстро, котик. Уже лечится. Так ты видела, с какой скоростью они дохнут, эти футболы? У нас мало времени. Ну, значит, пусть одну волну они постоят за нами, погрейдятся, передавая им опыт своими сильными. Укажите мне путь. Уписываем бродяги колец за железо в кузнице. Сколько у тебя железа? Ноль. Фига ты, ну бас, почему? Опять работа. Черт, мы каменные залежи почти все сломали. Че, все, ГГ? Чего? Игрок 16, населения нет. Чем чё я могу такое помочь? Когда начинать? Не буди его мне, зверя. Землю ваши слова. Блин, ну Андрей, ну твои хилерши впереди. Чем вообще, я? Впереди всех стоят. У нас мало времени. Когда начинать? Где? Где ты видишь? Они уже сдохли. Неплохая мысль. Пора в путь. В чем дело? Так нет. Ну кто-то же должен быть впереди. Не хилерши же. Хилерши дольше всего набирается опыта. Мое сердце жаждет меня будить. Дерево. Так они максимум. Ты строишь мужиков, надеюсь? О чем вы да. Полезный, блин. 17-25 волн мы отбили, кстати, тем временем. Опять работа? Женщина стоит. Мое сердце жаждет битвы. Чего хочешь, зайка? Отлично, хиляй. Целительница, хиляй. Так, все, у меня последний грейд на защиту лучницам делается. Это круто. Тебе нужна моя помощь? Женщины, рожайте. Ну что ты его окружил? Кого окружил? О чем вы просите меня? Так может... У нас футменов не хватает, короче. Не буди его мне, зверя. Ну и почему она опыт не передал? Черт, опять все деревья вырубили. Че за стой? Ваш ход. А че, какой смысл опыт передавать? Ну, мана, я так понял, дается. Не дается. Тогда не знаю. 36 опыта. Мана как был, 14 так осталось. Чего? Какой-то... А, может это бродяги надо опыт передавать? Мое сердце. Ну, братяги, там это 35 тысяч опыта моего, по крайней мере. Мало 1400. Что нового? Добро пожаловать в нашу деревню.
Да, ваше сядьство! А, у меня в деревьев защита 5, кстати, прикольно. Жду приказа. Внемлю ваши слова. Мой лук всегда со мной. Город наших союзников пожар. О чем вы просите меня? Укажите мне путь. Давай, бредяга. О, Андрей, ты постоянно качаешься с последнего на предпоследнее место. Такой, ты на предпоследнем. Нет. О, мне всех друидов... А, не всех друидов деревьев убили. Это нормально. Что нового? Что нового? Да хрен, ничего особо. Родоподъем! Так точно. Не хватает маны. Город наших союзников посадит. Ладно, я хоть друидов деревьев буду фигачить. На нас напали. Тень лучницы, посмеиваясь, пол. Да. Что, мы еще не прошли, что ли? Город наших союзников посадит. Опять работа? Да, господин. Проси, о чем хочешь. Город наших союзников в осаде. Укажи путь. Да. Добро пожаловать в нашу деревню. Мудрые слова. Жду приказа. Проблема. Что лучниц у меня уже маловато. Не так быстро. Бабоньки, хоть. Давайте. Проси, чуть на плодинке. О чем хочешь. Опять работа. О, футмена тут у меня. Ну, футменов вообще нет смысла, конечно, у меня вообще нет на них грейдов никаких. Надо было тебе играть футменов, блин. Ты, конечно, не бац. Да футменов это самое запарное играть. Ну, блин, что делать? Не играть в футменов. Начал уже в них играть, надо играть. Просто там у них этот, у них стартовая броня почти такая же, как у моих лучниц, блин, с 5 грейдами на броню. Го 89 армора у них. Поворот. За братьев моих. Тебе нужна моя помощь? У меня вон волшебница есть. Лично. Слишком просто. Не проблема. Да, я грейд на манну сделал, конечно, так быстро это. Ни слова больше. В чем проблема? Так, жена. Давай эту новую жену найду, смотри. Ваше высочество. Когда начинать? Конечно. Деревья остались у меня, друиды деревья, не? Я готов. Зато медведей дофига. Ну я медведей, друидов медведей делаю, блин. Ну хотя у них армора, да, дофигища 16 армора. Когда начинать? Да, ваше сядьство. Не хватает почти. Маны. Эсквайр. Тебе нужна моя помощь? Добро пожаловать в нашу деревню. Да, господин. Укажите мне путь. У меня стоит. Не проблема. Стань слишком просто. И луной. Ваш ход. Жду приказа. Не буди во мне зверя. Меня будить. Не буди во мне зверя. О чем вы просите меня? Так, целительницы нужны, блин. Не так быстро. Зачем хоть? Тебе? Вон церковь стоит. Это... Ну вон мой чувак нифига что-то не хиляется. Ваш ход. Когда хиляется вон. Ну... Да, он хиляется, но что-то кушает. Ой, сквайр, ну-ка. 600 хп. Офигеть, 8 армора у них без грейдов. Ладно, сделаю грейд на... Воинов. О, это какие-то кабанчики. Года тут самахи разведчик. Город наших союзников вас напали. О чем вы просите меня? Так, ну-ка давай. Будить. Крикните кто-нибудь. Не буди во мне зверя. Меня будить. Жду приказа. Черт, вепри какие-то дикие. Что за жесть? Нас что, все убивают?
Бродягу строй, телепортируйся им к месту. Надо бы как-то отдефаться, да? Исследование завершено. Ну чё за лаги-то такие? Ни слова больше. Да лаги вообще нечеловеческие. Да блин, прыгай сюда. За веру и народ. Ну... Не, вот всё всё лагает. О чём вы просите меня? Походу мы проиграли. Но я не очень расстроен. Да ты потому что нубас, блин, нифига не сделал. Место занимаешь. Деревья переводишь. В чем проблема? Мне кажется, эта карта чуть не доработана. Да нормальная карта. О, кто-то идет нам на помощь. Розовый, спасай, а тут у меня, блин, этот крабский Андрей. Мое сердце жаждет битвы. Бесполезный. Где, чуваки, нужна помощь. У меня женщины кончились. Перевелись же. Нет больше женщин в русских селениях. Давай, ща я еще целительниц сделаю. Я тебя вылечу. Целительниц, я вот так уже. Офигеть, столько трупов, из всех трупов спавнится, блин, эти. О, деревья живы. Чуваки, нужна помощь. О, отлично, помощь а летит. Нет, черт, бродяг, который летел, походу, сдох. Ой, 33-й левел. Походу, у меня самый сильный бродяга. Самый бродячий бродяга. Ого, кстати, он пауков любит. Нормально. Мы блин. Мое сердце жаждет битвы. Смерть неверная. Засвершится правосудие. Пацаны, нужна помощь. Город наших союзников посадят. Кто-нибудь. Давай в друидов. Крестьяне, ладно, нафиг вам, короче, это. Чего? Будете да. Все друидами. Город наших союзников в посаде. Опять работа? Нас напали. Да. Проси, о чем хочешь. Я готов. Дерево? Нет, только не дерево. Внемлю ваши слова. О, у меня нормально дефается. Блин, сейчас следующая волна будет уже. Как прикажут. Я не готов. Терпение. Укажи путь. Черт. Мое сердце жаждет битвы. Бродяга, живи. Город наших союзников в посаде. Чего? Гейси, рабочих уже хорошо. Месяц. Ну, я пошел. Хорошо. Ну, я пошел. О чем вы просите меня? Мое сердце. Уже меня станет. Дикие город кабанчики. Так, ну все, пока мы, там мой бродяга держит следующую волну, мы прошлую вроде более-менее отбили. Бородатый. Мой молот укрепит вашу веру. Почту за честь. Мне неведом страх. А где волна-то вражеская? Город наших союзников. Не понял, что нас никто не напал. Ого, там этот, пока нам розовый помогал, его самого снесли, короче. Проси, это мы пацана подставили. Приготовись. Фак, Вадим сам умер, да. Да у нас Андрей вообще мясной, короче, я не знаю. Я пошел убивать нежить. Мне это надоело. Где тут главный? Вот, игрок 12. Врата демона. Черт. Щупальца торжествует. Понимаешь, Андрей, даже щупальца торжествует, а ты бесполезный. Где женщины? Женщины, рожайте, задолбали. Жена, рожай. Женщина, рожай.
столько юнитов вон у тебя. Я-то это, в панике всех своих. Внемлю вашим словам. Где у меня столько юнитов? Покажи. Это Росомахи вообще. Тебя вот там крестьяне рубят. Дерево это уже нафиг не нужно. Если не будет дерева, не будет еды. Так, ладно, делаем грейды. Чего хочешь, Зайта? Не, главное грейд на ману. Грейд на ману реально меняет игру. Меня будет. Ну, я уверен, что ты еще не нашел, где его делать. Да зачем мне этот грейд на ману? А, в этой-то. Чего хочешь, Зайта? В зале подготовки. Тебе нужна моя помощь? Я его давным-давно сделал. Мне не верно. Я тоже. Надо этих лучников валить. Когда дойти? Как прикажете? Черт, не достал. Смотрите, людям. Офигеть, за щитами укрывайтесь, пацаны. Вы что за щитами-то не прячетесь? Не буди его мне, зверя. Офигеть, кабанчики дикие. Лол. 23-я волна из 25-й. Кстати, мы довольно долго держимся, учитывая, что мы вдвоем практически играем. По крайней мере, у нас. Ну, конечно. Не, ну ты еще скажи, что вклад у тебя здесь есть какой-то, да? Как футменов делать и целительниц, так Андрей делай, а как вклад, так нету, да? Не, я-то, конечно, в теории говорил тебе делать это, но ты же не делал. Делал, конечно. Ты видел, сколько я футменов сделал? Да вначале 5 штук бегал и все. Да мы посмотрим, вот сейчас статистика будет, я посмотрю там твои 5 лучших. Ты посмотри, вон ты на последнем-предпоследнем месте. Это вообще непонятные поинты. Карта лагает, когда это волны. Чуть тебя огорчить, карта всегда лагает. Э, а какого фига у них еще Dusk Knight вон бегает? Не, ну короче, реально отбиться, только надо этот, нормальных пацанов, не Андрея. Ну все, ГГ слили, чё. Да, я считаю из-за тебя, у тебя 5 лучших. Я на первом месте, между прочим, у меня общий счет 799 тысяч, потом Макс. Это потому, что ты хост. Андрей, даже бот тебя обошел, понимаешь? Даже бот, вы там ворота стояли. Вот посмотри, по войск нанято. Вот посмотри, войск нанято. А потом не говори мне, что я что-то там не делал. Я на третьем месте по войск нанято. Ну где они были? Да лол, они сливаются, если эти футмены. Ты, да их надо такой. Догрейдить сначала, Андрей, нормально. Андрей, ты делай футменов, да они и так, у них там за 75 последний грейд. И чё? Они один фиг там умирают. Надо им делать грейд на армор, понимаешь, что лучницы, у них этот удваивается практически атака благодаря грейдам. Надо делать грейды. Твое мясо бесполезное. То есть мы и так отбиваемся, ты стоишь сзади футменов копишь. Начинается жесткая волна, выходит пачка футменов с последними грейдами и разбирает все вообще. Ты понимаешь, что у футменов последнего без грейда 9 армора, по-моему, а с грейдами, с пятым грейдом, у него будет, наверное, где-нибудь там 40, например, ну, 35 армора. У меня четвертый. Ну, я не знаю, короче, я не видел твоих юнитов. Ну, ты видишь статистику? Видишь, войск убито. Я на первом месте по войск убито. Посмотри статистику. Ты на последнем. Твои арчи стояли и стреляли. Тебе не надо было постоянно их делать. Да футменов не было. Андрей, ты посмотри, ты убил 32 юнита. Давай в следующий раз мы сыграем я арчами, а ты футменами. 32 юнита, Андрей, футменами. Давай. Меня бродяга больше убил. 32 юнита. Заново. Ты будешь делать футменов. Я сделаю своих 5 арчей. Буду говорить. Вадим, где футмены? А то мои армия футменов еще и жрала за... Не знаю. Вадим, как... зачем ты ливнул? В смысле, мы проиграли. Че, зачем я ливнул? Еще